Приветствую, друзья. Я вас категорически приветствую. Симметрично. Сегодня покажу вам эксклюзивную информацию. Нигде такого не видел еще. Об еще одном способе задекларировать себя как мужчину, как женщину, как человека. Мы с вами уже видели и обсуждали некоторые способы заявиться живыми. Многие из вас самостоятельно делали различные декларации в различные так называемые государственные учреждения. Некоторые отправляли письма в ООН, организацию уже практически не действующую, но тем не менее информацию о себе, как о человеке, они таким образом фиксировали. Я же, в свою очередь, покажу, как заявился через международную почту, а конкретнее через китайскую. Кое-что мне понадобилось заказать у китайцев, и в качестве получателя указал, что я человек, мужчина, Денис. Китайская почта, входящая в Международный почтовый союз, нисколько не возражала, по всей видимости, и совершенно спокойно отправила посылку. Вот видите, посылочки мной получены, поэтому можно быть уверенным, что в китайских реестрах на одного человека, мужчину, стало больше. Не сдавайтесь, стройтесь, хотел сказать. Не сдавайтесь, дух светлых людей сильнее. Также делитесь своими способами, кто, как и где уже заявил о себе. До встречи!